Останься. Нет. Будь здесь, я скоро вернусь. Не хочу. Черт. Ты умеешь водить машину? Я научу тебя, если ты останешься здесь. Серьезно. Только быстро, я жду тебя. Зачем он отдал нам кассету? Разве не понятно? Он хочет, чтобы мы поставили Сардара на место. Рамис не хочет марать руки, поэтому решил, что мы убьем друг друга. Разве мы не хотим избавиться от Сардара? Сардар одно. А дальше? Рамис прав. Он, должно быть, сделал себе копию. Я у него в руках до тех пор, пока он владеет кассетой. И что мы будем делать? То, что ты делаешь всегда. То, что сказал дядя. Тефик? Подожди снаружи. Тефик? Будь любезен, выйди, нам надо поговорить. Мы свистнем тебе, если понадобится. Неужто это она? Почему ты не сказал, что Эрен был с вами? Отвечай, Тефик. Я хотел сказать. Ты отвечаешь за него каждый раз, когда он вместе с Али. Ты понял? Не переживай. Я позабочусь о нем, как о родном брате. Я должен узнать первым относительно их планов насчет Сардара. Тефик, звони, как только разузнаешь. Ты понял меня? Понял. Али с Джингизом сейчас вместе. Должно быть, они говорят о нем. Если спросишь, почему я не рядом с ними, отвечу, что Джингиз не доверяет мне. Мы должны знать, о чем они говорят. Я не смогу подойти к ним. Значит, он считает тебя человеком второго сорта? Видимо, он обращается с тобой, как с собакой. Видимо, он считает, что ты сделаешь все, что он тебе прикажет. Рен! Иди сюда. Теперь кассета у нас. Нет необходимости ждать Сардара. Тефо, ты снова? Тефо, ну что снова? Я не официант, господин Джингиз. Я заслуживаю сидеть с вами за одним столом. Но, Тефик, мы говорим о том, что... О том, что вы сделали с Омером. Что? Застрели меня. Или позволь остаться. Откуда он узнал? Откуда он узнал? Я ему сказал. Ты спятил, Али. Из ума выжил. Ты уверен, что он не сдаст тебя? Расслабься, Джингиз. Может, это ты сдашь меня? А? Ты думаешь, что о таких вещах говорят с каждым встречным? Ты его не знаешь. Он может нам помочь. Али, не будь ребенком. Давай я буду решать, кто кому поможет. Ты совсем из ума выжил? Он столько раз рисковал жизнью ради меня. А что сделал ты ради меня? Помимо того, что презираешь меня. Ладно, ты спросил, я отвечу. Давай убьем его. Меня не волнует, как ты относишься к нему. Давай прикончим его. Эти времена прошли, Джингиз. Не тебе решать, кто должен умереть, а кто должен жить. Слышишь меня? Это забастовка убийц.
Теперь мы сами будем выбирать мишень. Отныне мы будем устранять всех, кто будет мешать нам. Да здравствует братство убийц! Ты несешь ответственность за этого парня. Если он сдаст нас, я спрошу с тебя по полной программе. Не сдаст. Ты действительно хочешь быть в наших рядах? Ладно, как хочешь. Считай, что мы договорились. Хорошо. Хорошо. Надо поймать Сардара. У него есть копия кассеты, но у меня есть одно условие. Все уладит он. Добро пожаловать, Тефик. Послушай, тебе не сдобровать, если превратишь мой дом в свалку. Нет, я просто распакую свои вещи. Надо приготовить тебе кровать. Ты же должен где-то спать. Я буду спать наверху. Молчать. Тебе весело? Улыбка, как у чеширского кота. Да у тебя тоже. Знаешь что, Тефо? Давай отныне будем более умными, что ли? Давай разберемся с Рамизом. А потом сядем и поговорим. Но не все же время таскать с собой оружие, а? Да. Этот чертов Изель, этот чертов мерзавец. Теперь парнишка дома. Может, и нам стоит заняться каким-нибудь делом? Ну, не знаю. Частным бизнесом, например. Брат Али. Слушаю. Я постелю кровать. Постой, у меня отличное настроение. Давай откроем пиво. Подарок от Сардара? Посмотри, когда будешь один. Иди сюда, потом распакуешь свои вещи. Эй, я к тебе обращаюсь. Тефо, закажи пиццу. Эрен? Это мой папа. Брат Али, это мой папа. Брат Али!
Эрен. Это мой папа. Это мой папа. Подожди, не стреляй. Это мой папа. Эрен, опусти пистолет. Я тебе говорю. Это мой папа, черт вас возьми. Эзель сказал правду. Эрен. Стой! Папа! Он хотел выстрелить. Брат, он хотел выстрелить в тебя. Эрен! 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 Вызови скорую! Вызови скорую! Эрен! Он хотел выстрелить. Эрен! 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 Я иду, папа. Я скоро приду. Он хотел выстрелить. Эрен, все будет хорошо. Эрен, все будет хорошо. Эрен. Папа, я иду. Эрен. Я иду. Эрен. 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 Давай, Умер. Давай, Умер. Ты сможешь. Мама. Сынок. Мама, я пришел. Открой мне дверь, мама. Я вернулся. Твой сын вернулся. Омер. Омер. Брат. Эрен. Эрен. Он увидел запись, он... Он хотел выстрелить в Али. Брат. Эрен. Кто это сделал? Кто это сделал? Брат! Али? Тефик! Это сделал Али? Это Али, брат! Да, Али! Он отправил меня. Сказал, что приедут полицейские. Он сказал, что сам разберется и отправил меня. Он скажет им, что Эрен сам себя застрелил. Что это самоубийство? У Али есть связи. Он выйдет чистым из воды. Это Али. Как это произошло? Сердар оставил диск для Эрена, чтобы он увидел. Это произошло случайно. Это было случайно. Брат. Он умер. Эрен умер.
Мэр, что случилось? Омер! Омер! Дядя, отпусти меня! Ради всего святого, отпусти меня, дядя! Отпусти меня! Тише, тише! Еще не время. Ты нужен мне. И на этот раз для того, чтобы спасти жизни людей. Понял? Теперь я знаю. Приблизиться еще не значит, что все закончено. Цена преследования невозможного – это получить не то, что ты хотел. Откройте, полиция! Вперед! Осмотрите все! Теперь я знаю, цена обещания мести – это невозможность вернуться домой. Ты издеваешься, да? Ты собрался в кино, когда у нас столько дел? Идем, Тефо, идем. Такой фильм ты еще не видел. Али Кыргыз! Давай, давай! Беги, не стой! Кто этот медведь? Этот медведь, которому мы пришли поцеловать руку. Сонер Кескин. В нашем мире этот медведь король. Я готовлюсь к сегодняшнему вечеру, так вот этот медведь будет сидеть во главе стола. Значит, мы пришли к нему? Да, но не только для того, чтобы пригласить его, Тефо. Смотри. Начальник? Чухо! Когда они приходят к тем, кого ты любишь. Беги же! Садись, садись, смотри, попкорн будешь? Нет, спасибо, я и так поправился. Кельтош, принеси попкорн, живо! Смотри, мне это не нравится. Какой из тебя патрон казино? А что, начальник? Что мне для этого не хватает? Если я сейчас скажу, буду плохим. Будет неудобно сказать, что ты дурак. Но что поделать, если это правда? Ты дурак. Передай Джингизу, чтобы он сидел, где сидит. Ты не патрон, ты с этим не справишься. Селим! Иди-ка сюда. Иди ко мне. Давай, давай, проходи. Ты все еще здесь? Как тебя там? Али... щипчики. Щипцы, щипцы, запомни, раз и навсегда. Сядь. Мне сказали, что тебе нравятся подобные фильмы. Ты их обожаешь. Кажется, ты коллекционируешь их. Если я не ошибаюсь, твой папа любил водить тебя в кино. Что с ним произошло? В него стреляли. Да, я слышал, что тебя превзошли. Превзошли. Потому что после выстрелов он не убежал.
стоял там и кричал: «Тому, кто предаст Рами за смерть!» Кто-то сказал, что враг моего врага мой друг. Это сказал умный человек. Цезарь! Этот человек мой враг. Но я слышал, что Рамис и твой враг. Так было раньше. Он был моим врагом в прошлом. Мы с ним договорились, и тема закрыта теперь. Все, закрыли. А для тебя? Для тебя она закрыта? Я столько лет бездействовал, и теперь мне снова начать вражду, если ты этого хочешь. Не потому, что я хочу, потому что это прекрасная возможность. Он никогда не был так беспомощен. Я слышал кое-что об этом. Я не только слышал, но и видел. Утром нашли его машину. И как ты думаешь, что это значит? А? Ладно. Если все так, как ты говоришь, почему ты сам не берешься за дело? Я же дурак, начальник. Я не такой всемогущий, как ты. Если я возьмусь за это, мир рухнет. Это сложно. Я нарушу правила. Если сможешь, я отдам тебе всех клиентов казино. Конечно, если казино будет моим. Он уже учуял опасность, сбежал и теперь далеко. Нет, недалеко. На другом конце линии. Если хочешь, позвони и найди его. Добро пожаловать в наш круг, Али-щипчики. Смотри внимательно. Это должен сделать ты. Возьми оружие и ступай. Этот старик умный. Возьми с собой нескольких ребят. Если он не захочет, чтобы его нашли, его не найдут. Так, по крайней мере, говорят. А мы не будем искать. Он сам придет. Сельма Хюнель. Постой. Скажи там на выходе, пусть поставят другой фильм. Надоел. Хорошо, начальник. Меня зовут Назем. Я герой этого фильма. Этот фильм — моя история. А ты спи, спи. Спи, сынок. Меня зовут Назем. Осталось еще одно дело. Какое? Самое сложное — ТФО. Ждать. Брат, этот Сердар. Мы больше не будем заниматься им? И его черед настанет. А пока мы должны заняться дядей. Неужели ты не чуешь запах? Через 2 часа дяди может не стать. Как мы все удачно провернули. Если бы дядя узнал, то был бы горд за нас. Мы его самые лучшие ученики. Да? Да, верно. Подожди меня здесь. Пойду посмотрю, как идут приготовления. Я быстро. Дядя, где ты?
брат, что ты делаешь? Что это, подонок? Что это? 92, что это? Мой друг попросил у меня взаймы и не вернул. Я напомнил, что он должен мне 90 лир. Я описал ему сообщение. Если не веришь, набери его. Набери сам. Брат Али, брат Али, что ты делаешь? Что ты делаешь? Я же твой человек. Я ни за что не предам тебя. Умру, да не предам. Умру. Брат Али, ты что делаешь? Ты не предатель, Тефо. Ты не предатель. Наоборот. Ты слишком предан своему хозяину. Рамис умрет сегодня. Я не хочу, чтобы ты вспоминал о своей преданности. Я не хочу, чтобы ты совершал глупость ради твоего же блага. Ради твоего блага, брат. И немного ради моего. Я подстрахуюсь. А потом приду и попрошу у тебя прощения. Брат Али! Брат Али! Брат Али! Не выпускать его до моего прихода. А если он выйдет? Если выйдет, то он предатель. Почему это слово так и вертится на языке? Когда игра закончится, ты поймешь, что действует.